Приветствую вас на канале AsmodeyPlay. Мы продолжаем играть Ассасин Черные паруса. О, кто тут полазил у меня? Так, куда нам плыть? Так, это наша. Ну да, в принципе, получается, нам надо мимо него проплыть и туда вот завернуть. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот этот, кстати, Форт Брау. Тут, по-моему, ураган-то был. Давай, аккуратней. Так вот и движемся. С алыми парусами. Ну, тут, кстати, на днях посмотрел. На днях какой? Сегодня посмотрел. Фильм называется «Остров головорезов» про пиратов. Ну, интересный такой, конечно, сказка. Там женщина, дочь пирата, была капитаном. Вот. Батя на сокровища искали. Их три брата было. У каждого по части. Так. Охренеть. Но я уже ничем помочь ему не могу. Его захренакали просто. Так. Хватило же ума. Так, ну это пока не по нам. Пока. А как по нам будет? Эх, если бы не запись, я бы, да, ввязался бы в бой, скорее всего. Ну ладно. Мы едем, у нас есть цель, миссия. Вау, кит. Блес. Так. Поворот. Так, нам сюда хотя бы. А, да, смотрите-ка. Подожди, а где я-то? Ну вот, по основному заданию, да, кстати. Ну, ладно. Принять. Бля, одежду надо поменять на ассасина нормального. Вот, прогружайся давай. Кстати, сборы на железо я провожу, так что буду рад, даже рублю. Надо прокачивать железо, бля. Так. Основное задание — охота на тамплиеров. Ну, охота на тамплиеров, кстати, можно, если никуда ехать не надо будет. Ладно, это все потом. А, вот что я хотел-то. Так, ремесла. Нет. Улучшение Эдварда. Одежда. Вот это. А как мне ее одеть? Того, что она у меня есть, нахрен, это же где-то в магазине надо, что ли. Тихо, тихо, блять, опять вот начинает. Нужно исчезнуть? Ну давай исчезнем. Здравствуй, новая жизнь. Конечно, я тоже этому рад, кстати. Так, музыка. Ага. Ну-ка давайте хотя бы, блядь, одну песню-то возьмем. Мол.
Все. Сейчас хотя бы что-то петь будут. А то, блядь, как неграмотные какие-то. Давай. О, это, кстати, прикольное место, да, вспоминаю. Так, 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 так. И вот здесь вот надо прослушивать кого-то надо было. Если не ошибаюсь, охота на тамплиеров тоже здесь будет проходить где-то. Так. Бля, да что ты такой калека-то? Стой. Это-то что за нахрен? Что за... Легкие пути, да? А если я не ищу легких путей? Давай. Подсказки нахрен. Если не ошибаюсь, вот какой же там ассасин-то был? Второй ассасин был. Вот там в центре города башня была. Вот где нахрен подсказок-то нету, как туда забраться. Оказывается, это потом. Туда можно только забраться. И то как-то потом внутри там лазишь еще нахрен. Оп. Все, можно и теперь идти к основному заданию. Так. Вот здесь переодеться поди смогу. А, нет. Это корабли. Ну-ка, у тебя смогу переодеться я? Одежда. Применить. Вот так. Так, припасы. Есть. Есть, есть, есть. Все есть. Пистолет, ну, лучше уже не будет. Тот, с которыми я. Ну, охотничьи трофеи мне пока не нужны. Давай. Поступим так. Торрес встретится с принцем, принесет часть награды, скажет остальное позже. Увидим мудреца. Вы приносите деньги и быстро уходите оттуда. Я буду за вами наблюдать. Нет, Кенвей, поступишь так, потеряешь доверие команды. Сделка с рабовладельцем, мне от этого тошно. Да брось ты. Получим мудреца, разбогатеем. Если только нас не опередит мастер Кид. Кид? Вот черт. Да он убьет его. Эдвард, какого черта ты тут забыл? Они приведут к мудрецу. Дождись, пока он появится. Мудрец здесь? Да. И принц ведет нас прямо к нему. Черт с тобой. Я придержу свой клинок, но ненадолго. По крышам. Хренакает. А я вот здесь вот так вот, опа, и все, я обошел. А, вы меня все-таки... Значит, на год пропадешь. Тогда покутим сейчас, пока можем. Не! О! О, кто-то третий добавился. Сколько прошло с нашей последней встречи? С нами на борту был еще отряд гренадеров. Тесновато было. Почти полтора. Впервые вы описали мне Робертса в ноябре 1715 года. Так, понятненько все с вами. С тех пор много воды утекло. Я покинул пост, и никто не зовет меня губернатором. Тихо-тихо, блядь.
Кингстоне много церквей. Англичане наконец решили обращать своих рабов в христианство. А! Обращать? Боже упаси, Торрес! Таких глупцов здесь нет! Глупцов? Почему? Брать в рабство брата по вере грех, так ведь? А стало быть, возвысить душу животного до души человеческой. Все равно, что пригласить скотину за свой стол. Ой, да вы этим занимаетесь постоянно, господи. Почти пришли. Ух ты, а там кого-то расстреливают. Да, ни хрена, то, что вы вообще на крыше меня увидели. Это вообще не подозрительно ли? Заслуживает уважения. Эх вы, испанцы, соседство с маврами разжижило вам кровь и смягчило сердца. Не подумайте только, с маврами природное равенство всех людей. Мавры они в России были. Бог дал талант и ум, но рабство неразумно, оно не принесет хорошего дохода. Конечно, оно приносит доход здесь и сейчас, но позже мы станем жертвами своего же успеха. Однако мы с вами уже не молоды и вряд ли доживем. Чему тревожиться? Так. На всякий случай. Так, там на крыше кто-то есть, да? А тут что? Ради спасения души. Душа! Душа! К чему нам тратить весь день на беседы о рабах и жалкой судьбе? Давайте завершим сделку и отпразднуем, как друзья. Охренеть, он в меня стрелять собирается. Вау, подслушивание. Я многое слышал о вас, сеньор. Вы ведь были губернатором Флориды. Си, си. Почти вся наша семья на службе короля и государства. Потомственные политики. Я тоже подумывал податься в политику. Но у меня слишком много денег. Ты молод я для этого. А я слышал, принц, будто вы были с Генри Морганом в день, когда он грабил Панаму. Давай. А я слышал, принц, будто вы были с Генри Морганом в день, когда он грабил Панаму. В 71-м, кажется. Да, было дело. Но не стоит переоценивать размеры добычи в том сражении. Стычка была случайной и потребовала колоссальных затрат. Вскоре я принял решение вложить меч в ножны и заняться куда более безопасным и выгодным делом. Я стал... Вот он, путь к богатству. Я предпочитаю покупать славу с нее, а не добывать ее с помощью оружия. А тебя почему никто не видит?
Я уже устаю. Должно быть, мы близко. Да, совсем. Мы должны быть на равных условиях. Я доверяю тамплиерам не больше, чем вы мне. Знал бы, что вы такая кокетка, принес бы вам букет цветов. Пароль, да? И почему я соглашаюсь? Ради денег, пожалуй. Больших денег. Ну, неплохое пиво. Вдали. Вы сказали, что пришли один, Торрес? Не один, но точно без товарища. Я взял билет на английский торговый бриг. Так, а нас что, спалили? Ну, пора. Нет. Дождемся мудреца. Здесь тихое место. Покажите деньги. Это лишь часть выкупа. Остальное рядом. Как-то неприятно продавать человека своей же расы, господин Торрес. Скажите, чем этот Робертс вам так насолил? Это что? Проявление протестантского благочестия? Может, в другой раз. Что? В другой раз. Обойдитесь без слежки. Разберитесь! Охренеть! Твою мать! Ради высшей цели! Так. Давай. Где он? Давай! У тебя был шанс, Кенуэй. Я за принцем. Кит, нет! А я за кем? Джимс! Так, а мне что надо-то? А, я вот как раз отсюда сейчас и посмотрим. Ну нет, Кенуэй. А, схватите, твою мать! Мне еще его схватить надо! Ну же, друг! Мы можем действовать вместе! Не надо, Кит! Постой! Джим, стой! Да стой! Поймал! Черт, тебя подери! Руки прочь от меня! Я не позволю тебе убить их, Кид! Мне нужен мудрец! Я неделю слежу за этой свиньей, и вдруг две цели вместо одной, а ты лишаешь меня обеих! Не суетись! Убить успеешь! Я найду мудреца. Ты поможешь мне взять принца. Понял? Ох ты, ох ты! Убивайте стражу, оглушив дымовыми бомбами 5 раз, да нахрен мне это надо. Убейте канониров. Ладно. Откроем местность. Кстати, открывание местности — это очень большой плюс, как я уже говорил. Хоть будете знать, что вас ждет, чем неведение. Блин, он сам, да? Вот там кто-то бегает. О, разбитое окно. Ничего себе, окошки-то делали крепкие. Вот так. Давай. Хрен там. Вот по окошку зайдем.
Синхронизация. Осмотр местности. Кстати, прыжок Веры нахрен, он так и не изменился. Вот единственное, что меня радует, это... Так. Давайте-ка... С тамплиерами здесь. Охота на тамплиеров, раз мы все равно здесь. Так, вот эту охоту мы не будем проверять. Давай, давай. Что надо, англичанин? Эдвард Кенвей, вам грозит опасность. И я валлиец. Да вы все на одно лицо. Могли бы не трудиться. Я всегда в опасности. Но это моя вина. Значит, вы мне должны. А мне как раз нужна помощь, чтобы освободить моих друзей. Я согласен. В смысле... Рабов? Братьев. Воинов. Надежду Маронов. Мне нет дела до этого. Просто послушайте, о чем говорят белые. Вдруг выясните, где держат моих друзей. Ладно. Постараюсь. Так. Давайте будем слушать. Мне нет дела, но тем не менее, раз ты мне должен, нахрен. Вот это мне надо. Да слазь ты, твою мать, уйди. Девчата. Все, давайте цветник, пойдемте. За пьянство. И заплати. Подозрение в пьянстве. Мне велели-то доставить кое-кого на себя. Нет, точно на себя. К тому складу. Шевелитесь. Ага, к складу. Да все равно, он же в кандалах. Никуда бы не сбежал. Что, народу тут... Набивай еще и обмозгуем все. Ой, я бы с тобой бы сейчас бы выпил. Ты заплатишь? Это без гроша. Ну все. Можем вот сюда и бежать. Теперь там подслушивание. Так. Девочки, давайте вы ближе. Пока тебе добегут. Господи, еще и по-английски. Батюшки. Ну что вы не шевелитесь, кобылы, блядь? За что деньги были уплачены? Давай, давай. Девочки, красавицы.
Идем, идем. И почему у вас три? Где четвертая? Хрен ли ты там делаешь так далеко? Пойдемте дальше. У стен есть уши, ну вы понимаете. Что, слежка? Предупредим других. Так, поймай. Поймал. Ты знаешь то, что мне нужно? Нет. Да. Я вас слышал. Ассасины не убивают. Я просто хочу знать, где этот раб. Где могут держать кого-то особенного? Прошу, пощади. У меня семья. Тогда давай, выкладывай. Около мельницы. Видишь? Все очень просто. Около мельницы. Подождите. Надо добить. Господи. А все, что ли? А, вот. Ну, кстати, недалеко. Да, отойдите вы. Блин. Видишь, как я тебя в городе нахожу? Раз и нашел. Нашел. А я нашел, где держат его братьев. Освободите их. Нет, друг. Я свой долг отдал. А в дела с рабами не полезу. Тут, небось, и темплиеры ни при чем. Все дела свободы — это дела ассасинов. Ваша цена. Что? Беспринципные люди любят золото. Сколько вам надо? Мне нужен один ключ. Из набора, что сделали темплиеры. Эти ключи? Они еще целы? Выходит, не только я про них знаю. Найдем его. Он ваш. По рукам. Найдем же ваших друзей. Вот так. Давай. Так. Пьяницы и шлюхи могут помочь вам. Пусть получат. Что это? Вы же не один, а кто взял, что вы не проиграли? Вот так. Жди. Спасибо. Пойдем. Могут помочь нам. На. Идите в контору. Остался-то один. Давай. Смотри-ка, за мной бежит, падла. Двигайтесь осторожно. Там будет много охраны. Вы знаете, что делать. По местам. You! Stop! Hold you! Эй, я здесь! Things are done! In
my sights! Bastards in my sights! Спасибо. Встретимся у конторы. Все? И исчез. И куда теперь? Ха. Нет уж, на сегодня хватит. Или вам понравилось? И все, а тамплиер? А как же ключ? Наш тамплиер не появился. Ключ вы получите в другой раз. Другого раза не будет, Анто. Вот поймете, как вам нужен ключ, или, может, обзаведетесь совестью, будет и другой раз. Падла! Обманул, скотина. Нахрен мне ваши деньги. Так, а тут где? Далеко смотреть-то. Ну, по идее, вот все равно открывать надо местность. Конец, корову не разделывает. О, так это недалеко. Найдите обладателя ключа. Найду обязательно. Вот он. На! Вот так вот. Так. Подождите, мне вот из-за этого то, что сверху. Из-за этого сверху мне, блин. Успею. На! Где склад? Так. А вот и склад. Кстати, на всякий случай, чтобы не было больше проблем. На.
Все, грабим. Им это все равно сейчас ни к чему все. Ну ладно, это было так. Второстепенным. По пути, так скажем. Схватите курьера. Зачем? Ограбьте посыльного. Хотел стрелять, да даже, видите, ни разу не стрельнул. О чем тут говорить-то? Помогайте. Стоп. Со мной не пропадешь. Идем. Эй! Ясно. И куда? Сюда, куда? Меньше слов, больше дела. Вот. Да подождите вы. Подождите, подождите. Ну-ка. Ну. Блин. О, стой, 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 стой. Ух ты. Трещина. Так. Ты-то как здесь оказался? Сначала синхронизация, раз я поднялся, то второй раз, чтобы не подниматься, он вдруг спрыгнет. Давай, мужская дружба, только с кем? Она же женщина. Почему мы не встретились в таверне? Я тут потому, что тут моя цель. Надраться в планы не входит. Мы можем провернуть дело вместе. Тебе нужен Лауренс Принц, а мне его пленник. Нам тоже нужен мудрец, Эдвард. Не стой у нас на пути. Победит сильнейший. Плантацию постоянно обходят патрули. Чтобы поднять тревогу, бьют в колокол. Видишь? Да вижу, я вижу. Нужно сначала вывести его из строя. Стражи слишком много, так что полагаться на скрытность нельзя. Сделаем вот как. Я отвлеку их внимание. Тогда ты сможешь их убрать. Готов? Охренеть. Тебя зовут не Джеймс, да? Когда как. Идем. Ни хрена себе. Три колокола, значит, надо повредить. Увидишь принца раньше, убей его. Получишь награду. Эй, сюда должен прийти какой-то испанец. Торрес вроде. Ты не слышал, что стряслось? По пути сюда на него напали разбойники. Буконьеры вроде. Скверное дело. Давай, сейчас он их захренакает.
Есть. Ай. Тихо. На. Мать его, давай, ты там расправишься с ними? На! Пока он тот колокол срежем, который уже освободили, нет? Ладно. Успею добежать. Остался третий колокол. Так и затыкают рты. А вот кому звонят? Блин, где этот гребаный колокол? Ни хрена ты с фонарем, то мощный такой. Все. На. Вообще, блин, какой кровожадный прямо ужас. Вот так. Эй, ты! Не двигайся! Прошу, в меня стреляли. Помогите мне! Черт, Томпсон, здесь рана. Глубокая. Мне дурно. Ладно. Дурно. Руку, барышня. Храни вас Бог. Охренеть, вот тебе за доброту.
стрелок. Мистер Принц велел смотреть в оба. Какие-то головорезы тут открываются. Я всем скажу. Блин. Ну-ка, давай. Кто-то карать. Так, у меня какая миссия-то вообще? Так, найдите Лауренса Принца. Ага. На. Тихо. Как я считаю, битва на мечах сродни любовному делу. Главное не действие, а слова. Досадно тебе должно быть. Язык у тебя подвешен не тем местом. Эй, это слишком? А где ты? Да нет же. Ты опять не угадал. Ты что-то сказал, а? Сейчас не время для болтовни. Я ничего не сделаю. Опусти глаза и смотри на тростник, ясно? Поднимешь взгляд еще раз, не увидишь больше ничего. Конечно, сэр. Работаю как могу. Старайся лучше, скотина. Вот так тебя, падла. Зачем кружишь надо мной, как ворон? Полюбоваться страданием? Вы ведь и сами несли страдания, господин принц. Это кара, я полагаю. Глупые головорезы и ваша философия. Вы живете в мире, который не изменить. У меня другие мотивы, старик. Мне нужно лишь золото. Я был таким. Когда-то. Не понял, что за... Я здесь, Кенуэй! Я его нашла! Я тебя помню! Тамплиер из Гаванны! Я не тамплиер! Это была уловка! Мы пришли спасти тебя от работорговца! Спасти? Я служу господину принцу! Так знай, что он плохой хозяин! Он хотел продать тебя тамплиерам! Видно, никому нельзя верить! А! Ой-ой-ой. Так, сматываемся, да? Проходим, Кенуэй. Бежим. Увидимся за воротами. Ой-ой-ой. Оставил вас всех, да? Бывает.
Interloper! Raise the alarm! Circle round, surround them! На! Вот тебе и результат того, что вы меня хотите поймать. Хопа! А из вас кто-нибудь так прыгает? Блин, еще нужно стать инкогнито. Да, я ушел чуть дальше, чем вы. Ну, уходите, уходите. Все. Последний. Теряй меня. Снова упустил его, так? Да. Этот Робертс хитер как дьявол, будь я проклят. Похоже, я упустил сегодня двоих. Что ж, и как тебя зовут, подруга? Мэри Рид для мамы. И для моих друзей. Но смотри, никому ни слова. Не то сам станешь женщиной. Жестоко. Так, идем далее. Твою мать. Ну ладно, скотина. Только потому тебе помогаю, что раз уж рядышком. Схватите и ограбьте опять. Нахрен он мне нужен. Кладбище. Вот, кстати, самое что интересное. Вот, эти ассасины потом как-то усложняют и усложняют. Только зачем? Делали бы на платформе первом, ну хотя бы на платформе второго ассасина. Вполне нормально. Ну давай. Вернулись? Обрели совесть? Мне нужен мой ключ. Терпение, мой друг. Когда это мы стали друзьями? Вы что, гостей ждете? Возможно, ключ совсем рядом. Защищайте контору. Спасенные нами помогут. Вот так. Блин, ну что, с этого участка не уходить? Ладно. На. Еще. Прорядите их, будут еще. Вперед.
Блин. Вот для чего надо было ружье-то. Блин. Эдвард, убейте кого сможете. Будут еще враги. На. Вот так вот. На ходу. Эдвард, я рад, что вы появились вовремя. Простите, ключа у меня нет, но... Нет, ключ подождет. Хочу проучить того, кто это сделал. Тамплиера зовут Кеннет Абрахам. Он много лет воюет с маронами. Но мы сильны, и ему нас не победить. Я придумаю план. Думай. Так. Ой-ой-ой, не то, не то, не то. Ну вот же. Нет, опять бежай. А не оттуда ли я пришел? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Отличный план, да? Так. Уловка командира. У меня есть план, но он сложен. Говори. У Абрахама связи, а в карманах полно золота. Но мы нашли человека в его ближнем круге. Проследим за ним, он приведет нас к цели. Давайте я покончу с ним. Смотрите, вот он. Ну давайте. Много людей задействовано. Ну, в красных платьях горожанки ходят, в зеленых. Можно присоединиться? Да. Вместе укрепляем. Уверен, новые партии оружия решат наши проблемы с морозами. Так и задумано, клянусь честью. Считать, они будут нас ждать? Скорее всего. Они всегда все знают, но будет уже не важно. Так. Прошу прощения. Меня ждут еще кое-какие дела личного характера. И меня. Увидимся там. Все ушли, да, почти?
Этот по крыше шел. Добрый вечер. Командир сегодня присутствует? Да, я как раз с ним говорил. Он где-то здесь. Он был у нас под носом все это время. Скользкий малый и не похож на простого солдата. Так. Эти с девочками ушли. Тихо. На. Вот он. Тогда просто отнять землю. Не можем, договор. Договор? Забавно. Анто. Подрезали. Сколько лет мы бьемся? Ваши люди в горах почти без оружия. Моя великая армия. Но вы живы. А я мертв. Печаль. Вы просто не желали победить. Вот и все. И нету Билла. Жадность Билла погубила. Он лежит на дне Изила. Мало что успел. Так, надо выбежать, да, значит, отсюда еще. Ну, с этим проблем у нас нет. Выбежали. Здесь вроде все, охота на тамплиеров прошла. Угу. А куда мне? Перемещаемся. Самые разных видов металл, дерево. Поймать ветер! Бросок Петрей! Запивай, парни!
Да, принять. Причалим. Ну и где чё? Багамы. Еще? Флип с Ромом. Да где в этом городе взять свежие яйца? Здесь только моча и жуки. Ну, мы это исправим. Милая дама, как вас зовут? Эн, когда трезвы, кокеткой, когда пьяны, дамой никогда. Что ж, милая Эн. Нажирался. Чушь собачья! Слышишь меня? Чушь! Это лишь уловка. Они хотят напасть на Назау. Вот увидишь. Не уловка, Вейн. Сам слышал от жирного бермудского капитана. Помилование каждому пирату, кто захочет. Здесь ясно одно. Англичане вернутся на Насау и наверняка с оружием. Да. Нам нужен план. Идем, Кенвей. Скверное дело. Ну, пошли. Ох. Поскольку других как тебя там нет, предлагаю Рокфор стоять. Или как звали-то по-настоящему-то? Никого не грабим. Ни к чему дергать короля за хвост. Ух ты, крысы. Можно этот хвост и оторвать к чертям, Бен. Ты передумаешь, когда он пришлет сюда своих солдат, чтобы перебить всех нас. Оглядись! Этот нужный Эдвард Тич! Не, ну как-то да, у него по-другому это было. Наша республика. По-другому как-то наша настоящими. Идея. Земля свободных. Забыл? Да, грязновато тут. Но разве за идею не стоит сражаться? Да, уже не знаю. Люди не то что второго сорта, то, последнего здесь. За эти годы. Вижу лишь болезни, праздность и глупость. Стало быть, точь-в-точь, как на улицах Лондона, верно? Тэч прав, друг. Если подумать, нам здесь не так уж плохо. Куда ни глянь, повсюду веселье, ром и солнце. Да, со стороны Насау хороший город, но в сердце его отвратительная болезнь. Болезнь можно вылечить. Нужно лишь верное лекарство. Да, но труп нельзя оживить. Что за вздор ты несешь? Ушам своим не верю. Может, ты и помилование примешь? Блюет. Не ссорьтесь вы оба. Если действовать сообща, решим все проблемы. Найдем лекарство, чтобы облегчить страдания, но только тихо. Мать его. Падла. Сначала серебро покажи. Держу пари, ближайший доктор обосновался в Гаване. Туда я точно не ходу. На затонувших 2 года назад испанских кораблях должно быть лекарство. В склянках. Чтобы нырнуть, нужен колокол. Да, но золото у нас есть, так что водолазный колокол мы добудем. Что ж, такой план я поддержу. Найти лекарство, не заварив кашу. Согласен, Тэч? Ну да, вот, хоть что-то разумное. Увидимся на месте крушения, Кенвей. Что, да? И помни, Тэч, пушки должны молчать. Заткнись, Бен. Еще указывают нахрен. Купите водолазный колокол. Давайте купим. Nothing, here, да, к тебе мы пришли.
чертеж. А вот чертежи-то они вот разбросаны-то. Да. Так, а мне-то как куда надо? Business well concluded. Так, куда? Ой-о. И не телепортируется же. Охренеть, а я-то где? А, я вот в Насау, наверное. Ладно. Плывем. Тут уж-то ни хрена не поделаешь. Выйти в море. Морской конвой. Блин. Вот сюда. И вот отсюда уже... Так, нам куда разворачиваться-то надо? Давай. Блин, миссия-то такая. Слева! Ого, добыча! Пушки должны молчать. Должен как-то подобраться еще. Из-за тебя, козлины. Ну, не хочешь, как хочешь. Я хотел тебя подобрать, конечно. Ты стал пиратом. Ну а ты человек без романтики. Ладно, чё уж с тебя взять. Вдруг смотрит островок посреди океана, как поплавок. Ладно, мне немножко осталось. А вот я практически уже прибыл. Как это шлюплю, блин. Тихо. Твою мать, зажимают. Давай, я вроде быстрый так-то должен быть. Вот, сейчас приплыву где-то тут. Или это только там, где, блин, с другой стороны, поди, не было такого? Якорь мне в глотку, Тэч. Отличная галера.
32 пушки. На 40 я сбился. Повезло тебе, друг. Но удалось найти тут лекарство. В этом месте ничего, увы. Но вон там пока еще не было никого, кроме крабов да кораллов. Я взгляну. Эдвард! Эдвард, это вы! Боже правый, как мала Вест-Индия! А, Боннет! Не ожидал вас тут увидеть. Месяц назад я встретился с господином Тэтчем, и он взял меня под свою рею, так сказать. Велел мне пообтесаться сперва, чтоб стать пиратом. Что ж, желаю удачи. Черная борода наставит вас на путь истинный. Да. Рвач-то был какой. Ну, правда, опять же, среди своих только. Надать скорости! Давайте. Парусо Петрей, поднять паруса! Плыть. Жить, так жить. Тут. Жить и нет тужить. Все паруса! Похоже, будет шторм, капитан. Рити, Марселя и Франселя! Спустить паруса! Ну что ж. Водолазный колокол. Раньше, если кто умел нырять, то так и нырял. Вообще не то. Да тихо ты. Да ползи и быстрее. Хрен там, да? Воздушный карман. Так. Все, весь кислород выдышал. Что-то надо жать? Нет, сам справляется пока. Плыви. Давай.
Так. Плыви. Дальше плыви. Куда-то меня принесло течение. Съели акулы. Подожди. Вот так вот. Хрен вы меня возьмете. Поднимаем. Только как они определили, что я постучал или что там, или как, или они слушали. Эй, повезло. Я нашел один ящик, разогнав стаю акул. Увы, эликсир внутри испорчен. Галатемор. Черт. Может, лекарство просто украсть? Помни о помиловании, Тэч. Нельзя. А все этот Хорниголд. Стал слишком горд, чтобы звать себя пиратом. А он просто осторожничает. Все дело в том, как себя поставить. Дурачься на потеху. Убедишь лишь дураков, а будешь дьяволом. Тебе покорятся все. И им станешь ты? И им стану я. На публике, да. Весь мир театр. Напугай свою жертву. Создай жуткий образ из лихорадочного бреда. И все рухнут на колени, моля своего бога о пощаде. Че орешь-то, он-то, блин, и так обосраться может без этого. Не дурно? Еще бы. Если придумаешь тихий способ достать лекарство, скажи. Иначе я займусь этим сам. Нет, тебе нельзя, ты слишком грубо действуешь. Оказывается, еще что-то выполнил. Так, куда идем? Ну, давай сюда. Переместимся. Ай-яй-яй. Где-то карта даже еще лежит. Все паруса отдать! Бомбрамсели, круче к ветру! О, эй, о, огонь бурунанджи. О, эй, о, зигун бурунанджи. Адвокат дьявола. Черт, что тут случилось? На вас напали? Напротив.
Черная борода напал первым. Атаковал английский военный фрегат, чтоб его. Боже, но ради чего? Ищет лекарство, полагаю. Но, как по мне, он чокнулся. Я с ним разберусь. Не стоит, друг. Он сам навлек на себя беду. Так. Господи. 2000. И никак. Надо. Отдать гроты по ветру! Марсели, бомбрамсели! Плывем. Будем искать его. Мать его. Капитан, здесь затонул корабль. Недавно. Вижу. Надеюсь, Тэтч избежал такой судьбы. Так. Еще корабль, капитан. Не нравится мне это. Да. Надо смотреть в оба. Черт. Это никуда не годится. Добыть лекарства не так уж и сложно. Я не о том. Все Тэтч с Хорниголдом и их бессмысленная вражда. Понимаешь? Да, что уж. Но их цели равно благородны. Они хотят спасти людей в Нассау. Но разве это лучше для нас? Блин, я что-то врезался. Мы не созданы править. Мы берем и тратим, живем для себя, где бы ни были. И что же ты предлагаешь? Подожди. Решение. Деньги и власть, не политика. Найдем обсерваторию. Сможем купить всю. Так, а мне тебя как? Да. Коль захотим. Или, может, станем править королями и императорами, будто крестьянами? Громкие слова, капитан. Но ты с командой или сам за себя? Я хочу для них лучшего, Аде, верь. Но такое не по мне. Я словно мальчик на побегушках. Так, ладно. Нас задели! Идем в шторм, капитан! Сейчас будет залп! Да, я думаю, мы... Спустить брамселя и бомбрамселя! Успеем свалить. Гром к ветру! Брамселя убрать! Бейте мортирами издали! Чтоб каждый парус наполнился ветром! Работай! Вот так вот. Поставили скалу между нами. Блин, близко. Они стреляют! Наполни каждый дюйм! Держите штурвал, сэр! Накидывай! Ветер крепчает! Ветер! Не подходите и стреляйте из мортир! Еще воды! Быстро! Так. Все. Они стреляют! Держитесь дальше и палите из мортир! Так. Блин. Мортиры лучший выбор в дальнем бою. Где ты? Что-то я не вижу вас. Вражеский корабль. Так.
Да где вы? Да нет, это... Шлюп-хлюп. Выхренок. Плохи дела, Кэп. Сау! Одно слово и кинем крюки. Вот так тебе. Мы слишком близко. Отходим. Что приказать? Готовы, сэр. Все, а больше они никому не нанесут. Вот сейчас мы починим хотя бы себя. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. На. Нормально. Настолько я кровожадный, представляете? На. Мясник. Захренакал его. Давай чиним галку. В опасности. Команда поймет. Бейте сбор, парни! Мы идем в пекло! А че он в опасности-то? Кто ему там угрожает? Ладно, на ионном корабле я пока не буду делать, что мне там делать-то. Кстати, смотрите как. Защитите, защитим. Устроил ты заваруху, Тэч. Но ради благого дела. Надеюсь, я о лекарствах. Да, или он неподалеку. Если быстро свалим этих краков, догоним. Ну что, книжки поставили вас таким перебрягом. Да, понял. Поистину.
Джину. Тебя научит дело, а не книга. Запомни. Боже, на помощь! Сапер, прошу! Вот так. Держитесь, Боннет! Боннет, вот. Говорю же, его как-то по-другому звали. Или может это какое-то звание, я не знаю. А ты не церемонишься? Не церемонюсь. Легенды любят звон стали. Что там? Быстрее на мой корабль! Они от нас не уйдут! Это уже слишком! Мать! Вернешься на галку, как только дым рассеется! Но сейчас мне нужен рулевой! Блин, а я так... не открыл эту местность. Местности. А, ну вот, кстати, недалеко от меня, так что, ладно. Идем ближе, Кенуэй. Да мать его. Давай. На. Кончается, капитан. Черт, и галеон почти затонул. Я вижу обещанного дьявола, Тэтч. Я был бы ангелом, если бы они сдались. Да сейчас. А пути назад уже нет. Тарань. Тарань. У них течь, парни. Да. Отправим их в ад. Господи, какие большие пузатые корабли. Капитана, кошмар. И прикончи его. Ну-ка. Вот и все. Убийство мне не по душе, капитан. Если бы вы сдались, были бы сейчас невредимы. Провались ты в ад. Тебя вздернут на виселице, как и тех в Бостоне. Объявлено прощение. Капитан, мы обыскали трюм. Груз так себе, но нашли лекарства, на них печать Чарльстона. Сойдет. Спасибо, Хэнс. Насау не вернуть к жизни, полагаясь только на силу и случай. Нам надо плыть в Чарльстон. Эй! Ну что, мы победили? Победили. Боюсь, не создан я для стези пирата. Чересчур это утомительно.
Встретимся в Чарльстоне. Спустя ровно месяц. Убивайте стражу, оглушив дымовыми бомбами. Что, выживших кого-то спасти? Кого спасал? Вот вам и раз, вот вам и два. Черный остров. Это что? Островы тайны. Ну, вот сюда. Переместиться. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.